Из-за того, что я сейчас взял золото на этапе Кубка мира, то есть это был заключительный этап, на котором я, получается, выиграл серию этапов и получил Кубок мира. Вот, то есть самая главная моя цель была вот занять первое место в этой серии, выиграть непосредственно этот этап Кубка мира. Вот. Ну а дальше работаем, то есть осенью у нас будет чемпионат мира, который также будет итоговым для нашей дисциплины, вот, поэтому будем готовиться. Там у нас будут представлены командные виды и индивидуальные, так что будем работать по полной.